предлагают. Я только зашел в Пеглин, мне уже предлагают сразу выбирать. Стартовый артефакт. Кубики, ну, сложный ивент с кубами в Геншине. А, бомбы подрывают штыри рядом. Арка перемещается. Это очень удобная штука, на самом деле. Тактическое угощение. Давайте с бомб начнем. Бомба-билды тема. И бомба-билды нормально убивают финального босса. Чтобы кто ни говорил. Пара-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам. Так, могу ли я попасть в этот крит? Скорее всего, нет, но я, конечно же, попробую. Блин, для первой битвы вот эта вот битва с деревьями не очень, конечно, мне нравится, но... Так, крит слева теперь. Попадать в него смысла особого нет, разве что в бомбу. Сразу ее бахнуть, и в крит в итоге я попал. Отлично. А, я как раз попал в бомбу, она же подрывает 4 у меня теперь. Yep. Блин, большой такой урон, но весь он попадет в него. Ну да, у этого осталось 20 хп. Вон, монетки продолжаем собирать. Как-нибудь все равно добьем. Добьем ли? Да, добил. Повезло еще. Я собрал... процентов 95 монеток на этой локе. Класс. Так, ну первые мечи никакие нормальные не идут. Разве что мономяч за каждый камень в сумке. Но я хочу потихоньку удалять камни. Да. В принципе, я предлагаю начать с улучшения кинжала. На самом деле, кинжал... это хорошо. Есть халявные сундуки. Есть халявные сундуки. Поэтому предлагаю сделать так. Так, если я кину сюда, он покатится сюда, потом обратно, потом сюда. То есть лучше, наоборот, вот в эту сторону и попробовать тем самым выкатить вот сюда, вот на крит попасть. Да блин, я опять плохо кидаю. Ну хотя бы, может, бомбу. Да, чуть-чуть, конечно же. Блин, здесь всего одна бомба, кстати. Сейчас надо будет бомбу взрывать. Надеюсь, на Эрку каким-то случайным абсолютно образом не попаду. Нет. Стоп, в смысле? Я рано взорвал бомбу. Ошибка. Это ошибочка, конечно. Плохо дело. Ладно, камни справятся, походу. Блин, этот крит. Просто перезарядить и... сейчас ножом хорошим как-нибудь выстрелить. О, хороший нож. Стоп, это не нож. Это нож. Некромяч. Попадает только в задетые штыри. Ну, давайте пробовать. Я, конечно, опять же, он еще и попадает в бомбы, что хорошо. Угу. Может, стоило монет? Не, не стоило. Халявный сундук важнее. Так, и ослепляют. Или плюс один сброс. Плюс один сброс — это сразу же...
Да. Вот оно, зачем порох-то существует, оказывается. Я понял. Следует ли реролить просто так два камня? Я думаю, что да. Блин, жаль, по криту не попал, хотя... Наверное, все-таки жаль. И теперь мы делаем то же самое, только с вот этим вон, да? Шариком. И он их еще и усилил. Найс. Так, кинжал, кинжал, тут хрен попадет, конечно. Ладно, я предлагаю сейчас не сбрасывать, просто попробовать пойти до той арки, хотя бы добраться. Угу, сойдет. Ой, серьезно, ты в самом начале решил прокнуть. Жаль. С другой стороны, это хороший урон всегда. То есть, если попробовать попасть туда. Всегда. Угу. Главное четко обозначить, когда это хороший урон. Всегда. Да. Отправляем спину. Капаем глазки. Так, сейчас я камеру выключу. Угу. Бля, что-то 56 хп уже осталось. Больно он, однако. Ну, если сейчас правильно попадет... Я ж могу вот так сделать. 111, найс. И все, камень добивает. Хорошо. Я не хочу играть опять через этот self-damage. Шаровуха. У меня и так бомбы задевают, а у меня много бомб. Матрешка тоже звучит не очень сейчас полезно. Надо улучшать вот эти камни. Май, тыквенный пирог. Бомбы накладывают на врагов слепоту. В начале боя на столе появляется в два раза. У меня плюс 3 бомбы, а теперь будет еще в два раза больше. Прости, тыквенный пирог, но не в этот раз. Кстати, магазин, но мы пойдем на вопрос. Неужели первый раз увидел, как порох уничтожает бомбы в сундуке? Ну, плюс-минус первый получается. Я здесь сейчас все, скорее всего, ваншотну. Если... Ладно, главное было это сказать. Как только ты это говоришь, конечно же, ты ничего не ваншотнешь вообще. С таким количеством бомб. Я в кого-то сапера играю. Сфера обновления. Угу. Ладно, продолжаем улучшать тебя. Так, я вот тут даже не знаю. 35 голды. Ну, халявный сундук слева. Я как бы могу на него попасть, но... Очень хочется и монетки тоже полутать. Чуть-чуть. Сойдет. Я, конечно, надеюсь на большее количество взрывов, но... Все атаки плюс 7, плюс 0. Дополнительный ресет. Чуть-чуть качнуть обычные атаки и пойти на элитку с таким количеством бомб. В
первых актах надо всех элиток бить. Однозначно. Очень далеко улетело. Блин, надеюсь на бомбу попасть, конечно же. Ну и так неплохо, 72 урона. Кстати, можно здесь прикольно покататься некромечом. Сейчас, по сути, выстрелить вот так в бомбу. Блин, я в бомбу найди. 64 хватило, окей. О! Огненный шар, который взрывает бомбы с одного удара. Это то, что нам надо, наверное. Внезапно. Тем более, ну, он сразу второго уровня. Круто. Давай сразу третьего его сделаем. Атаки получают минус один, плюс один за каждый крит на столе. В смысле минус один, плюс один? А! Все шары получают одно упорство. Наверное, нет. А какие мне шары на упорстве получать сейчас? Только засру колоду камнями. С другой стороны, их можно реролить. Можно дважды юзать огненный, например. Типа, у меня два ресета. Я могу сбрасывать в любой момент, когда хочу, да? Наверное, нет. Кольцо гнева я, по-моему, ни разу не брал, но в этот раз возьму. Здесь не важно, в какую сторону идти, поэтому можно монетки пособирать, да? Маловато. Там много было снизу. При выборе пути есть возможность восстанавливать. Да, урон ко мне я точно не хочу брать, поэтому... Хоть какой-то хил, правильно? В смысле, а почему здесь не хиляется? А, после боя only. Ну ладно, вот сейчас похилимся после боя, видимо. Очень плохо. Очень мало. В смысле, ты опять в ту же сторону упал? Тыква крутая. Вместо того, чтобы вылететь со стола, вернется в точку старта один раз. Может быть, нацелена на любого врага. О, склизкие шары. А нужны ли они мне? С учетом того, что я уже взял некрошар. Нет, с некромантом нам он, наверное, не нужен, да? Давайте тыкву возьмем. Тыква звучит круто. Монетки. Ну и прохил. Хорошо. Что, идем? Можно просто попасть по бомбам, а можно включить огненный и ваншотнуть все бомбы. Или просто попасть в паутину. Попадал вниз, конечно. Чем там? Как будто больше монет. Или нет? Окей. Улучшаем тыковком. Кстати, у нее цифра очень маленькая пока что. Ух, ёпт. Мне очень
Резко дверь закрылась от сквозняка. Страшно. Все запомнят мое имя. Лискит, помним, помним твое имя. 15 месяц. Рисапчика, спасибо тебе за поддержку. Который месяц. Охренеть, сколько бомб в этой локе. Просто жесть. Ну вы поняли. Ну вы как бы поняли. А, каждая бомба, она удаляет штырь. А так всегда было. Мне кажется, только каждая бомба, которая заранее стоит на столе, удаляет штыри, не? А. Можно еще монетки пособирать. О, все собрал. Тыква работает. А, взять ли хил? Второй этот мяч, это посос полный, конечно же. А, взять ли хил? Нет, у меня сейчас есть хил в целом. Ди-ди-ди-ди. Просто прыгаем сюда. Очень много артефактов на конец первого акта. Это уже выглядит как победный забег. Так, а сейчас на самом деле лучше не убивать. Вернее, не тратить бомбы. Я даже, наверное, вот так вот сделаю. И только теперь мы будем начинать тыковкой потихоньку пробивать эти бомбы. Отлично. Отлично, прекрасно. Есть. В смысле? Как же я монеты фармлю просто? Может, на магазин фармить, а не на улучшение шаров? Все атаки плюс 1, плюс 1. Арбы получают урон за каждый такого же типа. Или бомбы накладывают слепоту. Ну, честно говоря, на самом деле просто плюс 7, плюс 1 возьмем. Бомбы накладывают слепоту, конечно, звучит прикольно, но... Но на деле мне сейчас нужнее урон своих шаров. Как же она рандомно летает. Тыковка здесь прям классная. На этом слайме. Эйти Джем, спасибо. Как много ресабов сегодня. Спасибо всем большое за поддержку. Очень надеюсь, что у нас получится когда-нибудь вывести эти денежки. С Твича. И ваша поддержка не уйдет только на эту недобросовестную платформу. Жесть. Во, кстати, нет ресета. Могу сейчас попрыгать по этим просто, да? Могу еще с бомб начать, на самом деле. О, неплохо. Отлично, ветка. Инвентарь, я не хочу из этого ничего качать, наверное. Бакатешек, спасибо за гифт для Moscow Labs. Moscow Labs, поздравляем. Спасибо, спасибо большущее. За подарочную. Так, ладно, это скип. И смотрим, что здесь теперь. Все штыри становятся прочнее. Опа, бомба наносит x2 урона. И превращается в красную. С учетом количества бомб, которые у меня есть в самом начале.
Мне кажется, я себя убью красными бомбами просто-напросто. Нужно плюс два на минус просто количество сбросов взять. 10 красных бомб, минус 30 хп, у меня хил только с... вне боя на данный момент есть. Прочные 4 звучит очень круто. Для наших бомб. Наверное. Я тоже думаю, что либо подарок, либо запечатанный приговор. Вот это тоже сильно. Я вернулся. Здравствуйте. Как твои делишки? Блин, тяжелый выбор, очень тяжелый на самом деле. С другой стороны, получить плюс два, плюс два на все шары, это классно. Ладно, подарок. Поехали бомбами взрывать. В магазин налево. Интересно, а вот пустые штыри тоже становятся прочнее для некрошара или нет? Мне кажется, он в принципе стал бесполезен. К сожалению. Блин, ну, может быть, не на всех боссах так будет, но... Туру-туру-туру-туру-тум. Блин, мне надо было, чтобы он влево упал. Чтобы там бомбы активировать. Просто я мог, конечно, огненным шаром запихнуть, но... Что-то так не хотелось. Так, монетки. Монеток больше всего тут. Какие неудачные спаун-бомб, если честно. О, вы видели, что сейчас произошло с этой? О, боже мой, жесть какая. Прочные штыри всегда такая гадость, руинище. Но мне они, наоборот, нравятся. Но да, руинище. Доброе утро, тостер, приветики. В целом... А, я же в магазин иду. Зачем я это сделал? Стоп, я точно, а я могу влево попасть? Может быть, справа где-то будет магазин? Справа будут сундуки потом. Ну и в самом конце есть магаз. Блин. Ну, похилился чуть-чуть. Внезапно пеглин или недавно интересная обнова? Да, недавно вышла очень интересная обнова. Ты, конечно, на кухне, тебя сразу замечает пеглин, одетый как человеческий повар. Он попытался спрятать свои уши под колпак. Возьми эту реликвию и уходи. Сейчас меня раскроешь, принять взятку и тихо уйти, и на столе появляется дополнительный крит. О, клево, спасибо. Он мог дать руинищую руликвию, да, я так понимаю. При перезарядке бомбы с одного удара все атаки плюс 0, плюс 1 восстанавливают 6 УЗ при перезарядке. Шары нам не нужны. А плюс 1 урона с крита просто возьму. Найс, в магазин зашел, денег-то нет, нифига. Так, мне надо как-то влево попасть. Я 50-50, с одной стороны нормально, с другой стороны все катится далеко и надолго, как и у всех. В принципе, ничего нового. Блин, это было...
Охренеть, я тут повзрывал, конечно. Как она не попадает в эту эрку? Как? Красиво. Так, у меня есть план, ща, минуту. Топовая музыка, да, пеглин такой, в принципе. Блин. Сойдет. Ладно, не сойдет. Сейчас надо просто попасть вот в этот крит. Так красиво крутится. Тыковка, тащи, я верю в тебя. О, она в центр попала. Что это значит? Это значит, что она значит. Как там текущее состояние пеглина? Очень прикольно. Новая механика с монетками прям полностью переработала игру, прям преобразила ее. Одни камни, да? Ну, значит, копим на этот. Может быть, мне что-то нужно. Может быть, сосулька. А какой босс, кстати? Я же не посмотрел, кубы или... А, стена, я... И кубы я еще во втором акте, жесть. А, сосулька мне не так нужна, потому что у меня миллион бомб. А, да. У меня прочные штыри. Что можно придумать прикольного под прочные штыри? Под босса резинка. А, у меня огненные есть у них. Они легче других шаров, поэтому и прыгучесть у них высокая тоже. В принципе. А что может быть? Вообще не скип. Не хочу ничего из этого брать. Так, минуту. Минуту. Отлично, все монетки собрал. Снижает любую потерю за на один или накладывает слепоту при помощи бомб. Поехали. Слепоту. Слепышары. Что, сразу все бомбы взрываем? Мне кажется, что нет. Какие у тебя цифры? 3.15. Я вряд ли... Хотя... Не, я вряд ли по криту попаду. Ага. Ты еще урона, балдеж. Привет, Алькири. Нет, не балдёж, потому что... Да. Потому что не успели убить. Блин, надо было по магу, наверное, стрелять, хотя бы, да? Тем попытки победить капитализм, говорят, все попытки сделать это причина успеха. Да. Охренеть, она ни в один крит не попала. И да, надо было стрелять по магу. О, теперь смотрим некромяч и... Ага, он мгновенно их все-таки воскрешает, я понял, то есть... Эх, жаль. Надо было пытаться в эрку стрелять сейчас, скорее всего. Блин, что-то плохо. Я знаю, что сейчас буду делать. Я буду делать вот так.
сразу же в арку попадать. И вот это вот шариков какие. Да, вот шарики были бы супер мощными сейчас под, под подарок. Гораздо сильнее бесполезного некромеча теперь. Когда пустых клеток слишком мало. Если повезет, то он от бомб сдохнет. У него сколько бомб я уже прокнул. Ну, по-моему. Еще мне нужен шар, который дамажит... 4. Который дамажит от количества прокнутых бомб. Во, кстати, облут шар. Да, мы его берем. Он очень хорош под подарок. Прям. Улучшать ли еще раз? Да не, еще успеем за бесплатно. Перки также активируют крит. О, пирожочек. За каждый крит на столе... ну, пирожок, конечно же. Пойдет. Надо было, можно было побольше как-то похилиться, но... Ну, битва. Так, эти штуки не дают. Я не дам. Тарарарам. Надо было туда стрелять, там же пирог. Надо было вправо пытаться. Хотя бы попытаться. О, попала в пирог. Тыковка, молодец. Слева что-то мы прям все активировали. Ну, ладно, такая себе тыковка получилась. Хотя нет, вполне все хорошие. Ты бесполезен, ты хорош. Хам. И в смысле... Монетки там собери, главное, все остальное не важно. Эх. У нас ботинки. Это же фишка, мы фишку видели уже, ивент на фишку. Имеешь в виду под фишку. Здесь ботинки. Вот это вот, это тыква делает, а не ботинки. Улебарда. Увалебарда пронзает двух врагов. Мне это не надо, да, улучшить. Улучшить, хорошо. Так, ну, нам надо вправо попробовать, поэтому я постараюсь не попадаться на эти. Даже несмотря на то, что мне как бы хочется монетки, но... Фак! Окей. Может быть, вот так попробовать. Слева слишком пусто, справа... О, вот же. Вот, я нашел момент, когда это можно сделать. Когда две монетки полетят через них. Прямо по прямой. Yes. Нет, фишку я знаю. Фишка... Ненавижу фишку. С ботинками не работает то, что попадаешь в огонь. А, я понял. То есть, ну... Это не значит, что фишка хороший предмет. Однако. О, маленькая стена. Окей. Типа, не знаю. Я все еще небольшой фанат фишки. Честно говоря. Да, если попал в огонь, не получишь урона. Ну, он не приходил, но я не думаю, что я его возьму. Не знаю. Типа, да, это небольшая синергия, но... Как же... Мне кажется, тыковка сейчас ваншотнет эту стену. Thank you.
Если еще хоть раз ресетнет, ей нужен ресет сейчас. Что пирог делает? Одна зона из пяти, одна из вот этих зон, получает обилку. Когда в нее попадает шар, он возвращается наверх. Лютая имба. Вампирочка. Кстати, на самом деле, вампирочка звучит круто, потому что справа, кстати, два сундука и магазин. Потому что у меня не такой уж и плохой урон, да? И при этом... Атаки получать, да, опять за каждый крит. Блин, да что ж такое? Ну, по критам просто попадать. Уже взорванные бомбы можно вернуть на стол, но бомбы будут носить минус 15. А они в тех же точках будут возвращаться. Чем дольше летят шары, тем больше дополнительного урона ты нанесешь. Это звучит очень круто с нашей взрывной дубинкой и бомбулетом. Я не знаю, как это механически работает. Типа, когда бомба взрывается, она уничтожает штырь, на котором она была. Если она спавнится на другом штыре, или она спавнится на том же штыре, возвращается в тех же точках. Блин, в тех же точках это звучит очень круто. Тогда мы берем это очень сильно. Это же получается контра этого босса, да? Бомбы взрываются с одного удара, оу, щит. На несколько ходов слепые икс враги имеют икс шанс промазать при атаке. Ну, конечно же, этот. Опа! Блин, а если я направо... Я лучше этот сундук попробую взорвать следующий, если мне дадут возможность попрыгать на сундуке. Все-таки это халява и магазин, который мне очень нужен. Летающие враги по горизонтали фигня, обновляет стол при перезарядке, допустим. Дезенрикс, привет. Я предлагаю сразу открыться с тыквы и просто выиграть это. Скорее всего. Мне бы в центр как-то попасть. Чтобы тыква от пирога работала, да? Уже взорванный можно вернуть. Но как? Обновлением, да, наверное, РКИ. Или реролом. Не, походу обновлением. Что-то какие-то бомбы обновились, наверное. Не знаю, не уверен. Как же долго летает тыква. Представляешь, если бы были те самые часы, на том, что не обновляются бомбы, которые ты уже прожал, но еще не кинул. Окей. Не обновляются и не обновляются, что поделаешь. А, ну и жесть. Прям куда надо. Ага. Отлично, восстановились. Давай лучшар тащи. Лучшар даже нанесет, походу, больше, чем пирог. Ну, чем тыква. Блин, мне после Пеглина захотелось поиграть в какие-нибудь...
не пинбол, знаете, а игры, я не знаю, как жанр называется, где... где ты управляешь вот этой вот платформой, да, метаешь шарик, чтобы ломать стенки сверху. Арканоид, точно, арканоид. Прям почему-то захотелось какой-нибудь арканоид. Так, вампиросферу улучшили. Зря перед магазином прям, наверное, да? Наверное. Два хп. Самая любимая игра детства. Они прикольные были. Так, враги не получают обход при первой перезарядке. Отскоки от стен тоже наносят урон. При обновлении наносит выбранному столько, сколько было восстановлено. Летающие враги. Так... Ну, короче, вот это берем просто. Хотя, может быть, лучше было ремувнуть камень. Не знаю. На стриме они веселые. Есть, кстати, один какой-то рогалик арканоид, я не помню. Я не помню его название, я его видел один раз на стриме у Селерити, по-моему. Просто нож на 10 тысяч урона. Урон от всех атак понижается на 2-3, но каждый задетый увеличивается на плюс 2. Под наш подарок-то. Слабые магниты. Плюс 2, плюс 0, но на столе появляется на 1 крит меньше. Ну, святые страдания под подарок — это лучший итем. О! Он! Это он. Я понимаю, калькулейтер. Да, я так и рассчитывал на самом деле. Так, хочется попробовать попасть к хриту как-нибудь налево, да? Через бомбы, может. Жаль, надо было либо туда прыгать, либо... Все-таки не нож юзать, да? Походу. Так, хорошо, что у меня два сброса, потому что этот опять бесполезен. Он сейчас просто улетит куда-нибудь, и все. Что-то мне сейчас очень не нравится то, как выглядит эта лока. Ну ладно, я думаю, на самом деле тыква справится. Просто падаем в центр, и это не круто. Я очень надеюсь, что тыква справится. Блин, я ее специально вправо кинул, чтобы она туда попала. Стоп! Тыква сейчас может в черную дыру улететь. Как мне до этой дырки вообще добраться? Ха. И где наш имбобилд, спрашивается. Сейчас нужно некрошар найти просто. Эй, пирог работает только 3 раза. А, ресет восстановил все. Я недавно это взял, да? Щит обновления. Каждый перед... Фу, все, окей, ладно, нормально. Может похилиться? Ну и убить его, соответственно. 17! На этом штыре 17 урона. Ладно. Жух. Стоп, а он урона не наносит? Или чё? Подожди. Что сейчас было?
Привет, указано, что у тебя Samsung Odyssey G3 монитор. А какая модель? Непонятно, изогнутый он, какое разрешение экрана? А, слушай, я так вписал просто, потому что я не запомнил, какой у меня монитор. Разрешение 27, модель... Ой, блин. Сейчас бы вспомнить. Медиамаркт гляну, турецкий. 5 минут турецкий. Мне его проще будет так найти. Блин, я его за 4400 брал, тут вижу за 3700. Да, может он подешевел. Вполне может быть. Ну, да, это он. Блин, он подешевел. Жесть, я за 4400 поумрал. А, вот эта вот модель. Название стрима напишу. В целом он прикольный, вроде мне нравится. Хороший мониторчик. Так, все есть. Если в тебя больше хапанились, то вампирка вроде больше не может высадить из противника. Да, в этом ее прикол, блин, я не знал. С 2 урона только от хила наносит, а? То есть она пососная. Камни. Ворпхаммер. Тоже пососный из-за того, что он тяжелый. Так, мне не важно, в какую сторону идти, поэтому мы собираем монетки. Окей, и хиляемся. А, тут одна сторона. Зеркало, приветствую. Ну, поехали сразу улучшаром херачить. Мог бы по бомбе попасть. Oh no, wait a second. Это не тот улучшар, который мне нужен был. Ай. Ау. Да опять вправо куда-то спрыгнул. Но он уже, кстати, убил его. Так что нормально все. Илфорд Дрим, приветствую. Охренеть, обычный камень нанес 2000. Что? В смысле, не хочу матрешку брать. Хотя, ладно, может и стоило. Не знаю, я в принципе не хочу больше брать какие-то карты, наверное. Не знаю, не уверен. Ой, сейчас, кстати, может быть, будет больно. Может быть, стоило попробовать до вампирской сферы дожить. Из-за этих красных бомб. Да, надо было реролить, наверное, немножечко. Ау. Блин, сейчас одного убьем бомбами, а второго добьем тыквой, и в итоге нихера не похилимся. Ладно, я сейчас буду хиляться за этот просто. В магазе камни выкидывать можем. Это да, но это нам надо. Не, вряд ли, я не думаю, что эти красные бомбы мне настолько много пропишут, хотя... Больно. Так, хиляемся. Матрешка третьего уровня. Ладно, я возьму ее. Окей.
Вишалькири, ты ее ждал. Так, может попрыгать по бомбам чуть-чуть? Это меня похилит. На элитку даже получилось попасть. Что тыква делает? Тыква, когда попадает вниз, она возвращается наверх. Так, этот мяч бесполезен. Как же звуки бомб ломают звуки игры? Охренеть, он меня камень кинул, тварь. Больно. Даже хочу туда кидать. Я, может быть, сюда хочу. О, в тыкву прям. Правда, по тем уже не попасть, они серенькие. 397, что-то мало. Так, он вернулся урон, и на нем 24 слепоты. О, вампирская сфера. Ура! Главное себя и не убить случайно, там сейчас индикатор есть. Просто раскидаем их в разные точки мира, и ни одна не попадет в лево. Жесть. Заражар активирует эти штыри, но у меня нет этих штырей. Можно еще один улучшар взять. Улучшары прямо сейчас очень сильные. Предотвращает первую потерю ОЗ, когда восстанавливаешь ОЗ, наносит выбранному врагу в 3 раза больше урона. Или обновляет стол, когда умирает враг. Кстати, прикольная тема. Туру-ту-туру-ту-ду. Как-то получается, что все штыри с бонусом святые страдания уменьшают урон от атак, но потом за каждую тычку увеличивают урон от атак. Ох, как хорошо мы попали в пирог. Прекрасно. И второй раз почти тоже попали в пирог, но не попали. И в этот раз попали в пирог. У меня камни по 800 урона сносят. Все за жесть. Слушайте, это за все вчерашние тяжелые забеги в Пеглина. Игра решила сделать мне просто подгон. Да, камни первого левела. О, привет, Хеглин. Убрать шар, убрать камень. Ура, новый шар. Ага. А если его бомбы сломать, то ты тоже получишь бонус, его домик. Ну, мы этого не узнаем. О, ладно. Сразу же матрешка и поехали. За счет цифр теперь можно узнать, как выглядит эта локация. Круто, да? Она выглядит как какой-то квадрат, а в нем ромб. Дом с ромбом. На бомбах тоже цифры есть. Сама бомба нанесет больше урона, если она с цифрой. Выпрями спину, выпрямляю, выпрямляю.
матч. У меня ни одного разбитого нет, да? Так, ну пора тыковку брать. Это надолго. Десять минут будет прыгать. Если огнешаром уничтожает бомбу, то будет ли работать обомбновление? Нет, он просто их взрывает. Это как огнешар, как фитиль работает. Теперь переключатель добавить, чтобы он полсекунды свет включал. А, ну это последний, ясно. Вау, еще одна матрешка. А когда будет магазин? Только слева. А я туда уже попасть не могу. А, вон справа еще есть. Можно справа попробовать. Кукуруза. Да. Класс. После боя фигня. Каждая перезарядка дает 2 круглица. Соберем. Блин, я так хочу взорвать этот... сундук. Ну, здесь халява, здесь... Не, я в магазин хочу. Хотя я бы и так, наверное, смог бы взорвать. Бомба-шар зря не взял. Не, мне не нужен бомба-шар. Мне нужен тот шар, который... О, щит. Это этот чел. Мне нужен, короче, другой шар, который от количества... зеленый шар. Который от бомб лутает этот... Блин, ты так и будешь падать в одну и ту же сторону? Нормально. Который от количества взорванных бомб получает силу. Вот этот мне нужен. А то была шаромба, да. Она не очень полезная. В данной конкретной ситуации. Блин, по криту не попали из-за этого. О! Можно... еще есть шанс попасть по криту какой-то, наверное. Сейчас, если одну бомбу взорвать... Подлетели наверх. Снизу его ударили. Ну и жесть. Оно? А, я думаю. Так, камень выкидываем, берем просто этот тыкву и взрываем все бомбы повсюду, да? Блин, у вас вообще может быть ресет на... Вот это самый бесполезный шар в моей коллекции. Даже камень полезней. Ресет за убийство врага, да, я это взял? Туру-туру-туру. О, сейчас на крит попадется.
10 тысяч урона ножом. О, за билд, абсолютное безумие. Кругостраж. Подождите, а может быть заражар будет норм? Давайте я попробую его взять. У меня такое чувство, как будто на самом деле он будет силен. Макс ХП. Урон во время перезарядки. А, крита. Крита мяч же, точно. Можно же еще взять. Я что-то да забыл о нем. Тоже хороший мув. О, я хотел сюда попасть. Зеркало сейчас сделает больно. Но не так прям, чтобы. Хочу попробовать, я просто не помню, как он работает. Он же... Получается, он просто будет летать и задевать все штыри, которые уже плюс и так насыпан, да? Блин, так он очень сильный. Куда я хилюсь? А, кукуруза. Просто за количество реликвий. Что это? Это просто плюс урон, это плюс криты. Да не надо, да? А где прохил? Ну, 20. А давай сюда свою фишку, ты проиграл. Давай сюда свою фишку. Алькири так ее ждал. Так, ну на 0.5 у нас огонь. Сразу же улучшар, ну поехали. Мы же сейчас восстановим все бомбы, правильно, при помощи штуки, которая восстанавливает бомбы. Цепер Пеглин Эдишн, да? Нет, первый ход сразу улучшаром третьего уровня, это круто, я считаю. Крит еще. Крит вон справа. Должен подлететь, он взорвет бомбы, да. Эх, x1. Ладно. 78 урона, не очень много. Криты матрешки или заражар вообще. Заражар здесь не очень сильно будет работать. С матрешками все бахнем. Блин, а в ресет ни одна матрешка не хочет попасть? Ни одна не хочет попасть. О, ресет. За убийство врага, прекрасно. Вот теперь можно пробовать заражар. X2. Я выиграл. Короче. Я сомневаюсь, что у меня когда-нибудь будет билд сильнее, чем этот. Количество реликвий просто зашкаливает. Но победил здесь усиленный порох.
дубинка и бомбулет, которые упали друг за другом просто. Это какое-то безумие. Просто количество моих реликвий — это какая-то жесть. Вау.